В семье Татьяны Медаковой ко Дню матери относятся с теплотой и вниманием. Татьяна – мама 6 детей, 4 дочек и 2 сыночков. Вместе с мужем они делают все, чтобы вырастить достойных, счастливых людей. Различные секции, участие в проектах, кружки и мероприятия. Стены дома украшают многочисленные грамоты, дипломы, благодарственные письма. Семья не находит времени скучать. Каждый проведенный вместе день оставляет новое яркое воспоминание. У нас, например, намечается завтра поликлиника, где мы поздравлять врачей. Спасибо врачам. Мы тоже участвуем с классом. Я там как в родительском комитете и еще являюсь там членом многодетного счастья в активе. Тоже вместе. В прошлом году Татьяна подала заявку на участие в областном конкурсе «Мама года». К мероприятию готовились все вместе. Придумывали номер для выступления, подготавливали презентационный ролик, собирали портфолио. Думаю, что выступили хорошо. Ну, конечно, первое место мы не заняли. Вообще-то нам и не надо было, наверное, это место. Хотя показать, что есть такая семья в нашем городе, мы тоже есть. Как и в любой семье, в доме Медаковых есть свои устоявшиеся обычаи и традиции. Летом – дача, осенью – путешествие по родным краям, зимой – покупка большой пушистой елки. Совместные мечты и общие планы на будущее. Время на общение друг с другом всегда в приоритете. У нас была мечта, как бы... Давно уже куда съездить на море. Но пока это, конечно, не получается. Тут решили мы по городам. Потом тоже подумали, какие города. У нас есть Ульяновская область, пока такие места хорошие. И каждые выходные там, или раз в неделю мы начали вот ездить осенью, конечно. Заповедные места Ульяновска, Скрипинские Кучугуры, Сенгелеевские горы. И это не предел. Дружная семья каждый раз пополняет список мест, которые хотела бы посетить в дальнейшем. Пока Татьяна с мужем подбирает локацию для нового приключения, дети не тратят время даром. Вечерами, устроившись поудобнее, играют настольные игры, смотрят любимые фильмы, делятся впечатлениями от минувшего дня. Мы играем в Анаполе, мы играем еще в Твистер. В Уно. К празднику всех мам в семье Медаковых относятся с особым вниманием. За неделю в доме начинаются приятные хлопоты. Поделки из пластилина, рисунки, сувениры. Вечерами в большой дружной компании братья и сестры мастерят подарок, который еще долгое время будет радовать глаз виновницы торжества – маме. Каждый год мы собираемся с ребятами, с братьями и сестрами, и рисуем большую картину, где хорошо нарисовано. Наши родители, мы, как мы им помогаем. Татьяна бережно хранит каждую работу, сделанную руками детей. От первых шедевров, нарисованных много лет назад, до крайних, что получила недавно. Каждый рисунок нашел свое место в доме. Свежие, как поделки, приносят у нас дети. У нас, конечно, это первое место холодильник, куда мы можем зацепить, и чтобы они висели, чтобы мы любовались всякими картиночками. Внимание к родителям в семье не привязано к праздникам или определенным числам. На протяжении всего года дети заботятся о маме, помогают папе. Теплая атмосфера в доме и есть счастливое детство. Все это плоды долгого, кропотливого труда родителей. Татьяна и Леонид Медаковы на протяжении 25 лет пишут историю своей дружной семьи. На своем примере родители каждый день показывают детям, как важны поддержка и взаимопонимание, теплота и забота между домочадцами. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Ул-Правда ТВ.